Египтомания. Мания. Болезнь, не поддающаяся лечению. Да и не надо, приходите на выставку в Эрмитаж и заразитесь этой загадочной красивой болячкой. Все эти истории про Осириса и Исиду. Обожаю. Культура древняя и заточенная на бессмертие. Одно это способно поддерживать человеческий интерес. Выставка «Египтомания» в Эрмитаже. Многоплановая, требующая неоднократного посещения. Для меня это выставка о метаморфозах, о том, как древняя цивилизация, даже безвозвратно исчезнув, остается с человечеством в ювелирных украшениях, театральных постановках, архитектурных решениях.